В общем, всем привет, ребята, с вами Боди, и сегодня большой, средний или маленький милкшейк челлендж. Я успел на 1300 лайков, и мне кажется, такое редко бывает, если честно. В общем, с вас я попрошу только, ребят, пожалуйста, включайте вы эти уведомления, они же важны. Я лайкаю всех тех, кто самыми первыми пишет комментарии. По крайней мере, будете такие показывать в школе или где-нибудь еще. Смотри, я самый первый написал коммент, я самый первый получил лайк. Короче, вы поняли, подписывайтесь на канал, это самое важное, и колокольчик. Все, погнали. Это... И, кстати говоря, завтра 12:00 выйдет видос с Лерой. Да, да, это просто нереально. Ребята, вы молодцы. Ребята, спасибо, спасибо. А я вот что-то не понял. Ой, пацаны, мы это сделали. Мама, мы это сделали. Спасибо. Ура! Да, ребят, вот именно так мы будем радоваться, если к 5 июня, к моему Нюра... А, понятно, будет 2 миллиона подписчиков на канале. Зовут Влад4, Кобяков! Кобяков слева! Есть! Глен! И добро пожаловать в большой, средний или маленький милкшейк челлендж. Ну что, кто уже сообразил, что будет происходить? Я думаю, будут вкусные и невкусные коктейли. Вот смотрите, молочный коктейль состоит из молока, мороженого и какого-то третьего ингредиента. Пломбир, к примеру. Да чаще всего пломбир вроде используется. Ингредиента, который создает вкус милкшейка. И ну вот да. Суть этого ролика, что вот этот третий ингредиент у нас будет всегда разный. Коктейль может получиться вкусным, а может быть очень и очень отвратительным. Наша, ребята, задача... Я бы не хотел. Просто выпивать милкшейк до дна. Но если кто-то не согласится и не сможет выпить хотя бы вот такую вот маленькую крышечку коктейля, тот выполняет задание из чана для хейтеров. Вы помните? Да, я все помню. В нем очень много сложных заданий. Ну и, конечно же, есть красный стаканчик с бумажечками, который подскажет нам, кто пьет из большого стаканчика, кто из среднего, а кто из совершенно маленького. Ну давай, погнали. Ты в курсе, что предыдущие ролики по миллион лайков набирают? Как? Ну так просто набирают. Каждый ролик миллион. Да, мы практически даже не просим, ребят. И это тоже наберет миллион. Зубы и ставит лайки на канал. Вот вы нам тоже ставьте лайки, это важно же. Это очень хорошая привычка, ребята, так что давайте не нарушать традиции. Чтобы когда-нибудь нас заметил Влад4 и поставил нам тоже лайк и сказал спасибо за крутые реакции. Под этим роликом наберем. Так, давай, ну, ребята. Значит, или средняя, или большая. Средний. Средний. Большой. И получается у меня Кобяков, что за реакция? Да ладно! Так, все. Обманул, обманул. Окей. О, арбузик. Слушай, арбуз нормально для милкшейка, подойдет. Пацаны, это тот самый запах лета. Ну, на самом деле, не знаю, как коктейль будет с арбузом. Милкшейк из арбуза звучит супер логично. Там уже есть пломбир. Выглядит вкусно, как будто клубничный. Ну, пахнет арбузиком. Кобяков, ну что ты, наверное, вот... Ну, мне кажется, вкусно. Свою вот эту вот мензурочку выпивай и расскажи нам, как вообще по вкусу. Мензурочка. Вроде как вкусно, но такое, вот с привкусом травы. Чё? Ну... Чувак, это, мне кажется, самый вкусный коктейль, который я пил вообще. Да ладно! Понятно, он, конечно, занижал отметочку. Отличный коктейль. Арбузный и летний. Вообще балдеж. Да вот мне бы этот балдеж, блин. Только я не выхожу из дома вообще. Мне кажется, это вообще топ-3 самых вкусных милкшейка, которые я пробовал. Класс, идем дальше. Ну, пацаны, первый раунд хороший, второй... Эргонимный, поэтому я быстренько вот так вот маленькую еще раз себе достану. Ты же посмотрел? Да ладно! Да, у него, значит, средний. Средний. И ты сейчас выпьешь вот чан. Блин, это большой. А может, что, а может тоже нормальный ингредиент? Откуда вы знаете? Я вам покажу небольшую магию. Давай. Давай. Чё? Ну что, ребят, можно поговорить. Сейчас я... Я понял, это реклама. Ребята, это реклама. Я уже отсюда вижу. Все, погнали. Это Кока-Кола. Большой стакан. Ну да. Что это? Подожди. Это Кока-Кола? Кока-Кола. Я думал, это вообще квас. Так, стоп. Это должно быть вкусно. Мороженое, молоко, Кока-Кола. Я это все люблю, поэтому это... Нет, ни хрена подобного, Влад. Это невкусно, наверное. Все будет вкусно. Блин. Не, ну по цвету обычная ряженка. Ты не капай там. Пол стакана вылил.
Ой, какой ужас, это какая-то кислятина, пацаны. Да ладно, а вы сравните, молоко с колой, конечно, кислятина. Вообще, кола не отдает ни капельки. Ну что, средний? Че ты себе все портишь? Пей сразу. Вкусно. Реально вкусно. Да он врет, ты посмотри на него. Да зачетная тема. Это как будто... Серьезно? Новый какой-то коктейль открыли. Фига себе, вау, я удивился. Влад. Раунд. Опрос века. Вот есть милкшейк шоколадный, ванильный и клубничный. Я сразу могу выбрать победителя. Шоколадный. Можно сказать, что это настоящий? Нет, я бы поставил банановый. Вообще война века. Конечно. Ну, мне вкус ванили в мороженке это лучше. А клубника, иногда представь, с кусочками. Клубника. Просто, ребята, не слушайте их, пейте только шоколадные милкшейки. Ребят, напишите в комментариях. Так, какой милкшейк, да? То есть шоколадный. То есть клубничный. Ванильный. Подожди, подожди. Вот это мой. Рандома, абсолютно. Это мой. А это будет мой. Так, ну-ка. Большой у меня. У меня средний. Маленький. Арбуз вкусненький. Кока-кола средненький. Вот сейчас настало время рыганин. Маринованный имбирь, пацан. Да ладно! Я обожаю имбирь, но не... Я, кстати, тоже люблю имбирь с сушами, но не так. В коктейле молочном. Знаете что? Возможно, получится очень красивый розовый цвет. Так, давайте мотнем. За вас. Да. Ай, господи, чё? Ты там маленький. Имбирь есть там? В моем количестве, конечно, он слабо чувствуется, но будет островато. А интересно, а у нас будет... Островато, как... Пипец. Милкшейк с чили перцем. Это же получается, ты пьешь молоко, перец, и оно все как бы нейтрализуется. Нет, там, сразу. Там дебаф не вешается на этот. Ну не надо вот сейчас говорить нормально, вкусно. Ну смотрите, по вкусу он не острый, не противный. Это просто молочный коктейль, и он такой со стринкой. Это даже как-то интересно. 5% остроты, и они приятные. Вот попробуй. О, он такой странный. Приятно, да, островатый странный. Молочный коктейль. Ваша оценка за это. Блин, пока что ничего плохого такого прям нет. 4. 7 из 10 я ставлю. Ну, мне тут тяжело оценивать, поэтому переходим в следующий раунд. Вот это сейчас будет мой. Я увидел последние буквы, и там И написано. А я увидел последние буквы, и тут написано Ой. Ой, как же неприятно, когда у тебя большой. Средний. Да ладно. Маленький. Будет с... Мята. Освежающий. О, круто. Кстати, блин, круто будет, да. Ой, вкусный, классный коктейль. Ну, мне кажется, чересчур, надеюсь, там не будет он. Так, ну это можно перематывать. Это самый мой любимый запах из всех вообще запахов. Ну так пей тогда. Ну не знаю вообще. 50% мяты, 50% как будто просто куста поел. Ты потому не что прав, ты маленький не стаканчик, да. Ты не можешь распробовать. Кобяков, это давай. Просто. Бок коктейля спустился на землю. Сделал этот коктейль. Да, офигеть, как вкусно. Не знаю, 3 из 10 вообще даю. 10. 10. 10, 10. Просто не распробовал, у тебя вон 4 грамма здесь. Мы вводим подписчиков в реальное заблуждение. Они такие, так в смысле, это вкусно или не? Надо пробовать, ребят. Вот я советую лично. Идем дальше. Да блин, Владу бы дали тогда попробовать. Дай. Вот это первое вылетело. Мне опять большой попадает. Это чистый рандомайзер. И открывай. Помидоры чьи. Блин. Огурцы еще нужны. Нормально. Ой, я не могу на это смотреть. Перестану. Кобяков, давай пробуй. Я сначала хотел чуть-чуть попробовать. Понял, что это ошибка и надо пить залпом. А прикиньте, если у нас будет еще какой-нибудь салями. Не салом, просто салом. Это сразу же задание, шапалахи, все вообще. Пожалуйста, делайте, не накидывайте идеи А4. А вы заметили, как легко было, а сейчас уже помидоры идут. Продакшн. Ой, как это неожиданно было. Я готовлюсь. Как это неожиданно. Это будет невкусно, это будет ужасно. Ты начни, вот сделай такой глоточек. Ты столкнулся с вот этой вот массой, да, которая не перемешалась. Короче, ребята, здесь очень, оно все очень плотное. И я когда начал пить, мне сразу вот все вот это замешанное в рот вот так вот. Не, по вкусу на самом деле нормально. Я просто не ожидал, что это не перемешалось. Отдает салат. Знаешь, что это летний? Огурцы, помидоры и вот этим вот этот. Сметанка еще сверху. Лето. Когда ж ты уже придешь? 5 июня скоро. На самом деле, я бы 4 из 10 поставил. Солидарен с меню. 4. Выпиваем этот коктейль 100%. Ну, я думал, будет хуже. Плюсую. Идем дальше. Ну, пока легко. Можно маленький, ну, пожалуйста, ну, нельзя же так.
Средний. Маленький! Вот на начальных этапах как раз-таки большие коктейли вообще претендуют. Потом уже, когда середина, да, примерно спустя 4 коктейля, на пятый коктейль уже лучше маленький брать или средний максимум. Что же нас ждет? Кто бы не был вон там, благодарю. Ребята, это перчик. Но зато мы теперь можем проверить теорию, если пьешь молоко сразу с острым перцем, может произойдет нейтрализация. Так, я мотну. Да господи. В принципе, выглядит неплохо. Так, ну раз, два, три. Ой, пацаны. Молочко не помогает? Послабее, но оно вот просто вот тут вот сидит и печет очень жестко. Вау. Может, просто задание выполнить и все? Выпить-то это можно. Может, выпить и все, и просто вот чуть-чуть цацкаться. Пусть Кобяков вот он точно не выпьет, а я выпью. Нет. Это борьба, это война. Но я уже привык, с каждым разом, с каждым глотком печет. Ай, как мне его жаль. Тут все меньше. Поэтому я двигаюсь к успеху. Остро, но нормально. О, там самая главная консистенция. Когда мы просто откусили... Все выпили. Вылечили перцы. Было, ну, раза в два, в три. Ну да, где-то так. Раунд закончился, переходим дальше. Следующий. Нам же сначала надо выйти. Ну, давай, 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 давай. Маленький, средний, большой. Да, блин. После перца что-то вкусное. Что-то рыбное. Не верю, что... Я снимаю видео. Будет рыба. Найс. Ребят, я никогда в жизни не сталкивался. Я, кстати, никогда в жизни тоже не пробовал нутеллу. Тем коктейлем молочным. А по логике должно быть вкусно. А слушайте, ведь интересно, да? Шоколадный коктейль твой любимый, да? Смотри, как я его сейчас... Вот, вот так вот даже не буду смотреть. Ко мне вот все заходит в комнату и заходит. Это лучшее, что может быть в мире. Братан. Я оцениваю это в 11 баллов из 10. Так, все, я уже хочу попробовать. Unreal. Ребята. Блин, круто. Берите на заметочку. Я 11 поставил. Ну я тоже тогда 11 поставил. 33 из 30. Лучший коктейль на сегодня. Интересно, я бы хотел тоже такой попробовать. Двигаемся дальше. Можно я один посмотрю? Одним глазком. А я тут сосиску жареную кушаю. Да ну не может быть, все нормально, ребята. У меня большой. У меня маленький, я этому очень рад. Закройте глаза. Ну что, пацаны, смотрите. Чипсы? Чипоны с сыром. Ну слушай, погоди, не так плохо, мне кажется, будет, честно. Ну, всплыли, знаете, и на поверхности такой пюрешкой лежат. Фу, это все, я пью, пробую. Чипсы заедать молоком. Ну-ка. Ничем не пахнет. Знаете, что я вам хочу сказать? Я вообще ничего не почувствовал. Блин. Нормально. Не, я не буду. Несите задание. Что это? Как это понимать вообще? Ну, чипоны плавают. Кобяков. Давай, да, одна. Заносите чан задание. Да ты гонишь, ну как так можно? Ну, мне кажется, это абсолютно заслуженная тема. Ой, их тут очень много. Ау, там щипается. Вот это хочу. Прыгаешь по... Щипается? Ангару в позе лягушки и квакаешь 30 секунд. Вы знаете, какие у меня сегодня носки? Я побеждаю. Ну, кач... Все, я поел. И с фирменной фразочкой. Ну, ты ее, наверное, знаешь. Надел, чтобы выжить. И что, ты думаешь, ты тут кого-то удивил? Смотри, надел, чтобы выжить. А, я понял, это мерчик. Я заказываю. И последний. Пацаны, это вот такая разминочка серьезная. Тренер Глен советует такое по утрам. Да. Поквакали с утра, и сразу денечек начинает лучше идти. Он теперь посмотрит. Ой, блин, ребята! Пацаны, занимайте очередь в туалет. Это горох. Да? Да! У меня средний. Большой! Маленький! Да почему Владу везет всегда? У меня.
Отмотаем. Я готов выполнить задание. Я попробую чисто ради приличия, но выпить это, мне кажется, невозможно. Я пью. Ну, роганина и роганина, да? Ну, роганина и роганина. Что тут такого? Ну что, первый раз, что ли, роганину пьем? Ужас. Твоя фигня. 0 из 10. Я так понимаю, мы сейчас увидим 2 задания, да? 2 задания — это многовато. Я думаю, залпом даже можно выпить. И чувствуешь только молоко. И чувствуешь только роганину полную. Да ладно! Красава! Давай заданица. Ну, что, зачем тебе мучить себя? О-о-о! Да ладно! Оп. Хорош! 0 из 10. Минус 10 из 10. Но, ребят, на удивление-то мы справились. Ну да. Ну, в принципе, средний. И у меня? Большой, потому что у меня маленький. Блин! Так. У меня тоже маленький. А, стоп, мы не об этом. Забейте. Расстроился, что у него маленький. Вау! Я надеюсь, это перемешается в нашем блендере, и это получится очень вкусно. Блин, это вкусно будет. А как ты? А я какие-то сосиски ем. Так, это я мотну. Посмотрите. Как круто выглядит, да? Прям целый этажик вон с маршмеллоу. Это в первый раз, когда пенка настолько вкусна. Блин, вот эти штучки наверху, они очень приятные. Искренне могу поставить 10 баллов и всем посоветовать его попробовать. Ну да, это уже на уровне с нутеллой. Это было легчайше, вкуснейше. Ой, живот. Все-таки есть, да. Тик просто набит. И мне кажется, мы скоро станем молочными коктейлями. С такими, я такими шоколадными. А я ванильным. А я клуб. Так, давайте следующий. Пищик. О, ну не, что, это нормально, нормально. Вес, как вам? Вот сейчас вот это вот мы будем добавлять в наш коктейль. По вашему лицу я хочу маленький себе. Нет, нормально. Да блин, ну что это такое? У меня опять средний, что мне так... А ему наоборот везет. Прет. Что? Угадай, у кого большой. Ну, может, маленький вот показывается. У меня большой. И это был... Блин, это будет супер вкусно. Везет, я говорю, это вкусно. Так, это надо перематывать. Ням-ням-ням. Это просто это йогурт. Это просто йогурт обычный. Это даже не сказать, что он с мандарином. Знаете, который это просто био такой, да, кислый. Да, обычный йогурт. Не, вкусно. 8 из 10 смело стал. Блин, я бы тоже это хотел поесть. Почему я ем сосиски с помидорами, а? Хорошо, кис, это вкусно. 7 из 10 можно поставить. Если что, это мне Лера сделала. Да, я поставлю. Ну, 6 из 10. 8, 7, 6, 21 балл. Идем дальше. Пацаны, можно сразу выполнять задание. Чеснок. Тупо чеснок, ребята. Да ладно. Нет, самый маленький, я думаю, выпьет. Самый маленький, который выйдет, будет... Вот я и доигрался. Третий раунд подряд. Одни и те же бумажки. Ой, фу. 5% чеснока чувствую. Угу. Ты на вкус сначала попробуй. Да каких 5? Тут все 60. Ужас. Давайте чан с заданиями, я это пробовать не... Нет, я думаю то, что Кобяков сделает это. Буду. А я выпью. Это ужас. Ну, ты их понятно, что выпьешь. Я просто не могу никак прокомментировать, что произошло сейчас. Вот это как будто все чеснок, и вот здесь вот чуть-чуть молока. Надо нести чан с заданиями. Ужасный коктейль, ужасный. Так, это что-то большая бумажка. Блин, какой крутой качан, колчан, качан. Богдан. Ты там не нащупывай. Все, вот я нашел небольшую. Давай. У меня легкотня. А у меня? Что съесть? Мне нет. Давай я прочитаю свое. Сделать упражнение стульчик у стены 30 секунд. А у меня помыть 2 метра пола губкой для посуды. Запускай. Все. 28, 27, 26, 25. Ну давайте я мотну это. Ну теперь твоя очередь. Да. Мыть пол. Погнали. Иди, иди, иди. Ну что ж, ребята, квадрат 2 на 2 метра уже готов. Он очень большой, и мне это все нужно будет вымыть вот такой вот маленькой губкой. Это очень-очень долго. Пока он моет, мы с вами кушаем. Ну, давайте я мотну это. Это очень долго. Дико. Резиска? Я обожаю редиску. Ну, блин, с молоком, конечно, будет, наверное... Но мне кажется, нормально будет, наоборот. Вкусно. Кис, редиска, она же как бы там мята есть немного? В редиске есть мята? Нету.
Наконец-то маленькая. А мне уже какой раунд подряд попадает большой? У меня средний. Как удивительно. Так, это надо мотнуть. Так вкусно пахнет, как будто это черничный просто. Реально, я на секунду забыл, что это, подумал, что это какая-то ягода. Пацаны, это вкусно. Я этому могу поставить 9 из 10. Вкус земли просто. Ой, начинаю. Ну, у него там чуть-чуть просто было, он не понял, что это вкус земли, это логично. Вкус земли. 3 из 10 ставлю. Мне сладенько. Это не так отвратительно, как чеснок, после чеснока вообще детский сад. Ну, салатик такой. Двигаемся дальше. Большую мне, большую мне. Маленький мне. Да ладно. А если он нас обманывает? Смотришь на это чудо и представляешь, что это еще и с молоком, и с мороженым. Шоколад. Что-то рядом с шоколадным. Сникерс. Пацаны, я уверен, что со сникерсом молочный коктейль будет получаться просто бомба. Если он перемешался, конечно же. Я готов заплатить деньги, чтобы не сделали это еще раз. Это нутелла на максималках просто. Вообще, фантастика. Короче, идете в магазин. Да я тоже хочу! В магазин покупайте мороженое, молоко и все по списочку, что нам понравилось. И пробуйте. Замешивайте. Все. Я тоже сегодня, наверное... А, мне нельзя, да. А мы идем дальше. Давайте просто... А давай мы вытянем, а я потом посмотрю. Так, я вытянул маленький, поэтому бояться как бы нечего. Но окей. Я вытянул средний. Так. Это просто интересно, потому что это свекла. Ну, в принципе... Ну, будет сладенько. Не особо, да. Я буду просто перематывать, как там перемешивается все. Все. Не знаю, это вроде бы вкусно, но в то же время из-за того, что вот здесь всякая какая-то мякость натыкана, она кажется сразу такой противной, но вообще в целом... Ощущение, что вот холодник. Да. Вот, правда. Милкшейк со свеклой. Ну, и такое может быть, как говорится. Ну, не особо трудно, да, скажите? Мы справились. Двигаемся дальше. Ба-ба-ба-ба-бам! Это знаете что? Это финальный раунд. Вы же понимаете, что хорошего в финале быть просто не может. А вдруг там сейчас клубничка? Давайте я узнаю. Кто это придумал? Я чувствую запах. Тамук! Да ладно! А я думал, рыба, кстати, будет. Вытягивай большую, Глен, по-братски. Средний. Ладно, я думаю, что я справлюсь. Глент. Боже, мне Кобякова жалко. Я думаю, попробует справиться. Ну, Кобяков это. Несите задание, пока нам будут мешать коктейль. Ну, это жесть. Ну, вы знаете. Давай. Залпом. Нет. Лайк поставили, пацаны? Мне кажется, поставили. Я поставил. Ребята, если вы сейчас ставите лайк, сворачиваем это видео, спускаемся вниз и лайк тыкаем. И Глент сейчас, зная, что вы его не подведете, покажет красоту. Все, точно поставил. Охренеть, с луком коктейль, жесть. Сейчас слезы пойдут. На самом деле, Кобяков, большую ты точно не выпьешь? Ну, а я, знаете, за что это выпью? За то, чтобы не делать задание, вот и все. У него уже красные глаза все. Как бы хватит. Влад, спи больше. Ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле, если взять, собраться, по-мужски так настроиться, то можно выпить. В честь 20 миллионов на канале до 5 июня, честно, я бы выпил ведро. Не, у вас не получится, пацаны. Задизморались меня. Ну, вот такой вот человек с нами. Люди все видят. Каждый день с ним сидишь за одним столом. Кобяков, ну надо... Каждый день с ним сидишь за одним столом. Раз в неделю подписываются 200 тысяч человек. Вот 200 тысяч новых людей пришло, смотрит на то, как ты боишься выпить какой-то там стаканчик. Не, ну только если за 20 миллионов, 5 июня. Ну вы меня не подведите только. Не, давай сначала в другую игру поиграем. Ты сначала выпиваешь, а люди потом уже принимают решение. Ну все. Пошел, ну, тут, пошел. Нельзя останавливаться, не останавливайся. Подай, нет, и дальше. Глотай. Продолжай. О, проглотил, давай, все, половина, все. Все зависит от тебя. Кобяков, это второй ребята, заход. Ребята, пожалуйста, поставьте. Поставьте что-нибудь. Поставьте лайк на это видео. И нажмите на кнопку подписаться за 20 миллионов. Вот это давай, просто. Давай. Все, загрузил, загрузил. Жесть. Самое главное сейчас не думать ни о чем, просто проглотить. Все. Ну что, ребята, вот такое видео мы сняли. Надеюсь, вам но, было. Ну, слушайте, и... это вообще жесть была. Это была просто жесть. Я могу сказать одно. Мне понравилось. Я уже поставил лайк в самом начале. С вас я попрошу только подписывайтесь на наш с вами YouTube канал. Ставьте лайки, комментируйте все видео. И до новых видео. Да.